Так, вот сейчас сюда сядем. Нет, разницы нет. Вот. Спасибо. Вот так вот нас обслуживают. Очень хорошо. Thank you. Так, вот вам принесли меню. Спросили, на каком языке. Мы сказали, на русском. Вот здесь вот на русском. Можно вот выбрать. Все. Вот сейчас будем выбирать. Прям вот так вот обслуживают, наливают. Прям красота. Такое обслуживание. Кофе принесли. Ты тоже кофе заказала? Кофе. Thank you. You're welcome. Are you ready to order? Huh? Are you ready to order food? Yes, yes. So you order for everybody? You need to choose one? You can choose as many as you like, but you, as long as you can finish. Too good. If you can finish, you can order all. Это тогда мы целый день будем сидеть. Так, вот сейчас пьем кофе. Соки у них очень хорошие, натуральные. А можно по меню заказать все. Он сказал, можете все, что есть, все заказать. Но только будут приносить в том случае, когда мы съедим, допустим, одно блюдо, потом принесут второе. Вот. Принесли вот такой суп индонезийский. Сейчас попробуем. Деду принесли там кашу какую-то, вот он съел, и суп также принесли ему. Кристина тоже суп заказала себе. Нам еще принесли вот шампанское вот такое, очень вкусное. Кристина, пей, попробуй, вкусное оно. Опьянеешь, будешь буянить. Я вот заказала буррито, Кристина заказала яйца с лососем, вот такие корзиночки. А папа у нас тоже заказал такое же блюдо. Яйца с лососем. Бенедикт? Нет. Так, мы пришли здесь на полдник. Наш ресторан. Нам принесли сок натуральный. Мы заказали фруктовый микс и принесли нам легкий перекус. Там конвертики там с чем-то, мясные, по-моему. Потом суши, потом шоколадный крем какой-то, пироженки вот такие рулетиком и вот такие с миндалем пироженки. Вот это вот наш полдник. У меня на сигарен. А у них с лапшой. Как называется ваше блюдо, Кристина? Yeah. У меня на сигарен, а у вас? У нас миагарен. Миагарен. Это чисто индонезийское вот блюдо. У нас лапша. Так что приятного аппетита нам и всем, кто завтракает сейчас. Кушаем. Вот принесли второе. Вот так, мы торопимся на экскурсию, поэтому вот быстренько кушаем. Сегодня я заказала вот такую кашу индонезийскую. Здесь орешки, мясо, травы.
И к этой каше вот дается вот такое яйцо соленое, потом вот такая приправа и вот соевый соус. Кристина тоже себе такой же заказала. Заказала также нарезку сыров всяких. И вот такие вот заказали мы на десерт. Маффины и какое-то датское пирожное. Сейчас принесут еще второе. Вот нам принесли второе. Это у меня омлет такой. И Кристина тоже вот заказала что-то с яйцом. И наш папа тоже заказал. Вот, тоже с яичком. А гид уже приехал. Там ждет. Но у нас, видите, у нас здесь этот не шведский стол, а по меню. И поэтому они все готовят. И приходится очень долго ждать завтраки. Где-то в течение часа. Так что вот так вот. Так, вот мы заказали морепродукты. Это у нас такие огромные креветки, вот это мидии, это рыба. И вот такие принесли салатики. Вот салатик, это приправка. Вот такой наш обед на берегу океана. Приятного аппетита всем, кто обедает. И нам тоже. Всем доброе утро. Мы пришли вот на завтрак. С утра сходили на йогу. Вот сейчас пока пьем чай с лимоном. А лимон у них интересно, вот нарезает такими огромными кусками. У нас принято вообще маленькими дольками. Здесь вот видите, вот как нарезают. Как же я заказала апельсиновый сок себе. У них соки очень хорошие, как я говорила, натуральные. Совковская привычка, СНГ-ская. Кристина вон заказала опять красную рыбку, фрукт. Это фрукты ты заказала, да? Я заказала вот три пончика и сыр. Сейчас я не знаю, мы до 10 успеем или нет. Хотим съездить в Убуд, в центр Убуда. Ну, там взять сувениры, там вещи кое-какие надо взять. У нас тут бесплатные шаттлы отправляются до Убуда. 4 раза в день. Вот мне принесли миагарен. У Кристины насигарен. А у папы, я не знаю, что-то там мясное, бекон. Как у папы называется? Его просто глазунья. Глазунья? А, глазунья с овощами и с ветчиной, да. Сегодня на завтрак я также заказала жасминовый чай, сок апельсиновый. И вот такие тосты. И фрукты Кристина заказала. Принесли нарезку, красную рыбу, сыр. А ты, Кристина, ты одну заказала? Тоже два? Мне одну, ван. Можно вот так положить, да? Не, ван. Чиз и ван. Вот это, да, лосось. Угу. Thank you. А что, один родитель? Да. Зачем мне сколько много? Не хватит. На первое мы заказали суп с фрикадельками. На второе тоже я заказала буррито. Папа у нас заказал что-то с яйцом. А Кристина, ты на второе что заказала? Яйцо. Яйцо? Тоже яйцо там. А на второе все яйцо. Ну а вот принесли мое буррито. Папе омлет принесли. И вот еще он заказал яичницу глазунью.
И Кристина заказала тоже яичницу какую-то. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Круассаны с джемом, сыр, красную рыбу и фруктики. Сейчас будем пировать Ниагаре и панкейки.